Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чувашия». Дневной выпуск информационной программы «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Майские указы президента России выполняются в соответствии с дорожными картами, отчитались все профильные министры правительства республики. Все основные показатели достигнуты. На еженедельном совещании у главы Чувашии обсудили итоги социально-экономического развития за 9 месяцев этого года. Самый важный результат, которого удалось достичь, прекратилось падение производства. В течение нескольких месяцев фиксируется его рост. В ряде направлений он очень заметен. У нас в ультратехнике темпы роста 7,6. Предприятия пищевой промышленности больше 10% темпа роста. Химической отрасли тоже 7,3. И по ряду других отраслей, и по таким, как полиграфика, когда мы тоже отставали, сейчас начинаем, рост пошел, и ряд других еще раз, они там демонстрируют положительные тренды. Глава Минстроя Олег Марков отметил, несмотря на падение покупательского спроса, отрасль не простаивает. Застройщики охотнее принимают участие в реализации социальных программ, в частности, жилье для молодых семей. Но если брать показатели Чувашстата, в целом по виду деятельности строительства регистрируется снижение объемов. Если по поводу жилья нам удается сохранять еще темпы роста более чем 101,6%, то по дорожному строительству у нас от плановых показателей всего составило 25%. То есть если в прошлом году было более 3 миллиардов 832 миллионов рублей, то в этом году по итогам текущего периода выполнено объемов работ всего на 973 миллионов рублей. Естественно, этот показатель не до получения объемов работ в объеме практически 2 миллиарда 900 миллионов рублей и дал тот показатель 86,6%, по которому сегодня и имеется. В целом, вот мы уже переговаривали, я думаю, что темпы строительства по именно дорожному хозяйству, они будут наращены. Плановый показатель у нас стоит в объеме, значит, 3 миллиарда 100 миллионов рублей выполнить. То есть динамика, она должна быть положительной, но к уровню прошлого года по дорожному строительству этот показатель все равно будет меньше уровня прошлого года. Сельское хозяйство республики продемонстрировало рост производства 104%. Рост в основном обеспечен за счет увеличения производства животноводческой продукции, мяса и молока, а также более высокой урожайностью картофеля в сравнении с прошлым годом, которого накоплено 684 тысячи тонн или 124,5% к 1 октября 2014 года. Зерна, по данным Чувашстата, в хозяйствах всех категорий на 1 октября намолочено в первоначально приходованном весе 562 тысячи тонн или 96,9%. К аналогичному периоду прошлого года. Бюджет Чувашии за 9 месяцев исполнен по доходам на 27 миллиардов 477 миллионов, по расходам на 27 миллиардов 864 миллиона рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев подписал новый указ о Совете старейшин при главе Чувашской республики. Совет будет разрабатывать и вносить на рассмотрение руководителя региона предложения по основным направлениям общественно-политического и социально-экономического развития. Появление Совета старейшин призвано обеспечить преемственность поколений. Прежние руководители органов власти, организаций, предприятий смогут поделиться своим опытом с нынешними управленцами. Жители Чувашии всегда с особым уважением и почтением относились к людям старшего поколения. Вадачин, двадачин, один пожилой человек стоит четверых, считали наши предки. Это народная мудрость. Была актуальна, сегодня тоже она актуальна. Исполнение указа, который вступит в силу через 10 дней, возложили на администрацию главы республики. Как сообщил ее руководитель Юрий Васильев, в новом совещательном органе будет примерно 15 человек. После вступления указа в силу начнется согласование кандидатур. Нам хочется ее обсудить со всеми, кто в этом задействован. И общественная палата, и госсовет, и сами ветераны. Но мы не скрываем, и вы прекрасно знаете, огромное количество людей, которые сегодня являются авторитетами в своей отрасли, мы хотим вот детально обсудить, чтобы каждая отрасль была представлена в этом совете. Сегодня могут выйти с предложениями и общественные организации, и предприятия, учреждения, даже простые граждане. Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич высоко оценил работу, ведущуюся в республике по привлечению инвестиций. Он сказал об этом на семинаре «Управление развитием региона. Приоритет экономической политики» в Москве. Там обсуждались важнейшие аспекты деятельности органов государственной власти.
В качестве положительных примеров Михаил Бабич назвал лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических исследований. Напомню, что Чувашия в этом рейтинге занимает 9-ю позицию. В республику поступили средства из федерального центра, а транш перечислила госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 97 миллионов рублей будут направлены на переселение из аварийного жилищного фонда. Всего с начала года в Чувашию поступил 451 миллион. Это почти 76% от годовой суммы. Всего в 2015 году на переселение поступит 595 миллионов. Для улучшения улично-дорожной сети города Спутника подготовлен ряд масштабных проектов. Министр транспорта Чувашской республики Владимир Доброхотов ознакомился с ходом строительных работ дорог Новочебоксарска. Дорога по улице воинов-интернационалистов существенно преобразилась. Ее расширили на 7 метров. Завершается укладка асфальтового покрытия. Осталось проложить ливневую канализацию и установить освещение. Министр поручил благоустроить прилегающую территорию, обрезать разросшийся кустарник. По этой улице конкретно можно сказать, что работы ведутся в соответствии графиков и необходимого уровня качества работ. Здесь еще остались работы примерно где-то на 2-3 недели. Но в целом, в принципе, погодные условия позволяют эти работы завершить. В эти сроки. Я считаю, что по этой улице, в принципе, проблем нет. Все нормально. К концу лета должна была полностью преобразиться улица 10-й пятилетки. Но из-за проблем с поставкой стройматериалов работы не завершены и на сегодняшний день. В настоящее время осталось только два слоя покрытия. То есть верхний и нижний слой. В принципе, все уже готово. Готовый материал есть. Будем делать. Осмотрев карманы для транспорта и лестничные исходы от остановки, министр сделал подрядчику ряд технических замечаний. Также Владимир Доброхотов указал на необходимость расширения тротуара с тем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться им без труда. Кроме того, необходимо привести в рабочее состояние системы дорожного водоотвода, установить остановочный павильон. Все работы должны завершиться к началу ноября. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. В ноябре этого года в Москве состоится всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский. Сейчас во всех регионах России проводятся конкурсные отборы, по результатам которых лучшие преподаватели страны смогут поделиться друг с другом своими методиками. На базе Чувашского республиканского института образования прошел семинар, в котором приняли участие учителя чувашского языка. Подробности в нашем следующем материале. Как максимально эффективно подать материал и как повысить престиж профессии учителя родного языка. Об этом и не только говорили специалисты со всей республики. Александр Степанов уже принимал участие во всероссийском мастер-классе и занял там первое место. Сегодня он поделился с коллегами своим опытом. Применяя на уроках новые педагогические технологии, образовательные технологии, мы приходим именно к этим результатам. Маленький человек, находясь на уроке, бессознательно погружается в этот чувашский мир и понимает, что он один из представителей этого древнейшего народа. Региональный этап проводится впервые. Его участники посмотрели видеоуроки коллег из других регионов России – Татарстана, Хакасии, Тувы и Башкирии. Все они представляют группу тюркских языков. В мастер-классе приняли участие 120 учителей чувашского языка. Эти конкурсы дают очень много, потому что технологии меняются, меняются требования государства к современной школе, к труду учителя, поэтому каждый день нам нужно учиться. Перспектива есть для развития методики преподавания чувашского языка как в русской школе, так и в чувашской школе. Такие мастер-классы позволяют не только обменяться опытом и привнести новое в методику преподавания. Самое главное, с их помощью можно сохранить и передать будущему поколению вековые традиции родного языка. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В Ядрине на улицу Молодежная вернулась детская площадка с дополнительными качелями и каруселями. Ее история вызвала резонанс в республике. Ежедневно она обрастала новыми подробностями. Сейчас в этой истории, надеемся, поставлена точка.
В сентябре этого года на этом самом месте детскую площадку установил один из предпринимателей. А неделю назад она была демонтирована. По городу сразу поползли слухи, что ее таинственное исчезновение связано с проигрышем бизнесмена на выборах в местное собрание. Оказывается, что на несоблюдение норм безопасности на игровой площадке пожаловалась одна из жительниц. И предприниматель демонтировал ее собственными силами, не предупредив никого. Сегодня на старом месте установили новую детскую площадку. Причем детских игровых форм стало больше, кроме горки. Есть качели и карусель. Детская площадка полностью отвечает всем стандартам безопасности. Совсем недавно Даше Кудряшовой исполнилось 6 лет. С первых дней она борется за жизнь. Девочка родилась раньше срока, а в 3 месяца врачи поставили ей диагноз ДЦП. Для полноценной жизни Даше необходимо постоянно проходить курсы реабилитации. Уже 6 лет Даша вместе с мамой каждый день занимается ЛФК, учится говорить с логопедом, посещает массажиста. И хотя родители делали все, что советовали врачи, значительных улучшений не было. Последний раз девочка проходила реабилитацию в Челябинске. Именно там она стала держать голову, ползать и даже делать первые шаги. Чтобы Даша научилась самостоятельно ходить и, возможно, даже бегать, курсы должны быть регулярными. Раньше сидела чуть-чуть. Несколько секунд, а сейчас там несколько минут сама, без поддержки. Это уже большой прогресс для нас. Мы как раз хотим по реабилитациям поездить, как раз окрепнуть, на ноги встать. И хотим на своих ножках пойти в школу. Собрать денежные средства для реабилитации необходимо к началу декабря. Сумма немаленькая – 171 тысяча рублей. С помощью некоммерческого фонда «Это чудо» на сегодняшний день уже удалось собрать почти 100 тысяч. По словам Натальи, руководителя фонда, благотворительность – настоящее чудо, которое объединяет незнакомых людей, чтобы помочь. Любая сумма может спасти жизнь ребенка. Любой вклад очень важен для нас. Детей с тяжелыми заболеваниями нужно постоянно поддерживать, не только материально, они нуждаются и в нашей моральной поддержке. Благотворительный фонд устраивает праздники для этих детей, поздравления, устраиваем различные музыкально-поэтические встречи для того, чтобы они не чувствовали себя отдельно от нашего общества. Узнать, как можно помочь особенным детям, можно на сайте благотворительного фонда. А для того, чтобы способствовать исполнению Дашиной мечты, достаточно отправить смс на номер 4647 с текстом «Дарья» и суммой, которую вы хотите перечислить. Благодаря вам у девочки появится шанс встретить Новый год, уверенно стоя на ногах. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах прошел чемпионат Федеральной службы безопасности России по самбо. Местом проведения всероссийских соревнований стал дворец самбо. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Чемпионат ФСБ России по самбо проводится в 6-й раз. Столица Чувашии принимала его впервые. В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие заместитель начальника управления кадров ФСБ России генерал-майор юстиции Алексей Фурцак, глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, начальник управления ФСБ России по Чувашской республике генерал-майор Сергей Сафронов, министр внутренних дел по Чувашской республике генерал-майор полиции Сергей Семенов и главный федеральный инспектор по Чувашской республике Геннадий Федоров. Федеральной службы безопасности, руководство Федеральной службы безопасности уделяет особое внимание развитию этого вида спорта. Убежден, что само участие в этом чемпионате является уже достижением для каждого спортсмена. Нам оказано высокое доверие провести эти соревнования. Поэтому мое пожелание одно – дерзайте, занимайтесь спортом, будьте всегда эффективны, и сильнейший всегда побеждает, и будьте всегда победителями. В соревнованиях приняли участие представители сборных команд органов безопасности федеральных округов и подразделений ФСБ России, образовательных учреждений и пограничной службы. Всего 43 команды органов безопасности из всех федеральных округов России, а также Республики Южная Осетия и Абхазия. Более 240 сильнейших самбистов Федеральной службы безопасности разыграли медали в 9 весовых категориях. В результате упорной борьбы золото в своих группах завоевали сборные команды Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов, Хабаровского пограничного института и пограничных управлений ФСБ России по Краснодарскому краю и Челябинской области. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания.